Мировое соглашение застройщик ГСК и Фройда Н подпишет с владельцами жилья. Это касается людей, чья собственность стала предметом правового разбирательства. Договоры уступки прав по квартирам в трех ЖК заключались физлицами. Однако средства застройщику не поступили, и компания подала заявление в суд. После обращения добросовестных покупателей к мэру Анапы Василий Швец взял ситуацию на личный контроль. Больше 2000 обманутых дольщиков, их права мы восстановили сегодня, дома либо достроены, либо в стадии строительства. Здесь об обманутых дольщиках речи никто не ведет. Дома достроены, дома сданы в эксплуатацию, дома соответствуют всем нормам строительным и тем требованиям, которые предъявляет сегодня законодательство. Все соответствующие заключения о соответствии выданы, разрешение на ввод в эксплуатацию выданы. Квартиры многим из ваших сегодня уже соседей тоже выданы. Самое главное, однозначно нашли вектор и выход из этой ситуации. Положительный, исключительно для всех вас, добропорядочных, доброкачественных приобретателей, которые квартиру у нас в Анапе приобрели. И очень рассчитываю, надеюсь, что те, кто вновь к нам прибывшие анапчане, значит, полюбят Анапу, и вам здесь будет жить очень комфортно и безопасно. В минувшие выходные в мэрии курорта прошла встреча с владельцами квартир. По словам представителя застройщика, разбирательство продолжится исключительно в отношении первых собственников. А граждане, пострадавшие от противоправных действий, будут исключены из судебного процесса. Мы приняли решение, мы 3 месяца занимались людьми. По консулу и Высокий берег у нас к людям претензий нет. Мы всем прозваниваем и просим приехать в офис, подписать соглашение о том, что вопросов нет. До 18 декабря стоит срок ареста. Если у кого-то стоит задача продать квартиру, пишите письмо, мы напишем ходатайство, чтобы этот арест сняли раньше времени. Но до 18 он будет стоять, продлевать его не будут. Это что касается жильцов, консул и Высокий берег. По приоритету. Мы, в принципе, с определенными людьми виделись, многими подписано, многие приглашены на следующую неделю. Поэтому просим всех приезжать, у кого подписано соглашение, все друг другу передают. Это нужно для того, чтобы для нашего спокойствия и для вашего спокойствия. Все по приоритету, которые люди есть, также до 18 декабря добросовестные все, которых мы приглашаем, будут аресты сняты. У некоторых уже сняты аресты, которые просили продать. Надо просто подписать соглашение. Вскоре состоится очередная встреча. По поручению мэра она будет организована в декабре. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.